Перед нами шлем Spartanis 2, разработки 545 Design. Что мы можем увидеть на нем? Это стандартное крепление для ПНВ, либо фонарей, либо камер. Соответственно, рейлы для тех же камер, боковых креплений. Установка для баллистических очков. Стандартные панели Velcro, располагающиеся сзади и сбоку для определения свой-чужой, ну и, соответственно, неймтейпов. Чем он выделяется среди других моделей, других шлемов? Ну, сразу бросается в глаза — это закрытые уши. Иван, почему решили сделать так? Просто ответ прост. За счет этой конструкции получается большая площадь защиты головы, естественно. И одновременно эти уши, так называемые, не мешают работе с наушниками активными или просто любыми наушниками. Вот. То есть они немножко отстоят от головы и позволяют надевать наушники с оголовьем, без оголовья под этот шлем. Вот. Тут я хочу заострить внимание все-таки на окраске этого шлема. Вот. В данном случае здесь представлен цвет Atax Foliage Green. Вот. Цвет обладает ИК-ремиссией, то есть прибор ночного видения, он продолжает скрывать бойца от обнаружения. И при визуальном обнаружении шлем тоже работает эффективно, потому что эта расцветка не демаскирует на большом расстоянии и в лесном массиве. Действительно, Atax — одна из самых современных расцветок. Иван, в каких вариантах цвета 545 представляет этот шлем? Мы можем предоставить различные расцветки, но мы в основном предоставляем такие расцветки, как Atax Foliage Green, Atax AU, вот, Multicam, Coyote Brown, черный, оливковый. Вот, собственно, все. Да. Самые основные, да, самые эффективные цвета, скажем. Черные, естественно, это по желанию заказчика. Что можно добавить про внутренние элементы шлема? Скажите о них подробнее. Здесь присутствуют подушки, впитывающие пот и демпфирующие при попадании боеприпасов. Также здесь присутствуют сменные подушки, которые можно заменять после операции, мы назовем их так, гигиеническими. То есть вы можете их поменять после того, как они уже придут в негодность, не меняя основные. И при помощи этих подушек можно также регулировать объем головы. Вернее, объем головы, а подстраивать шлем под объем головы. Вот. Также здесь присутствует подвеска Team Wendy, удобная, хорошо фиксирующая шлем на голове и позволяющая носить прибор ночного видения без противовеса. Отлично. И последний вопрос по данному шлему. Какой материал используется для защиты? Материал здесь применяется, как во всех баллистических шлемах нашей компании, арамидное волокно класса защиты BR1.